Джорджия, девочек не берут в пожарные. Я такая же смелая, как мальчишки. Это моя мечта. Это моя судьба. Девчонок не берут в пожарные? Да что ж такое? Спецвыпуск! Новый поджог поджигателя! Пожарные входят в кинотеатры и исчезают. Я хочу, чтобы вы расследовали эту загадку. Мне нужны люди. План такой. Я внедрюсь в отряд. Пресс, коробка из-под яиц, манго, бицепсы, ну а усы... Нет! Это перебор. Это ты доброволец? Я тебя знаю? Позвольте представить, это мозг вашей команды Рикардо. Джим, ваш водитель, лучший таксист на Манхэттене. Кто ты? Кто? Я Джо, пожарный Джо. Не спеши, Джо! Что? Напор воды. Мы идем внутрь. Начнем представление! Серьезно? Забавно. Ты напоминаешь мне мою дочь. Правда? Да, забавно. Она мечтала тоже быть пожарным. Вы могли бы всему ее обучить? Но она моя дочь. Я люблю ее, волную за нее каждую секунду. Если я поймаю поджигателя, все изменится. Я стану первой женщиной-пожарным. Эта работа слишком опасна. Может, это знак, что пора идти за своей мечтой. Я никогда от нее не откажусь. Усы совсем как настоящие. Шерсть собачьей попы.